Привет. С нами ЧШП будут во тьме. Дайте шкафчик. Там паладины что-то с бафом разобрались, пополнские прото, пайпер, кулаки, МП5. Кто там каски раздал? Никто не раздавал, ну, давайте спал каски, смарки, кулаки. Антареса ходит в игровой мир. Интересно. Данис, он пришел? Нет. Кто это? Да мне тоже интересно, кто это там. Не я, по крайней мере. Рокси пришла. Походу не в арканы, пишите им, что он бафа. Он не в инсте. Ну, все тут танки, начинайте кто-то. Начинайте кто-то из танков. А, я знаю, кто на интересе. Кто? Человек находится в рейде. Да. Далек, наверное. Не. Он сейчас спрашивает, кроме меня кто-то еще пароль знает? Видимо, ты знаешь пароль. Ну да, мне там предлагали с мылом отдать, но не успел его сказать мылом. Почему босс не таунтится, когда я жму таунт и притяжку? Это думает, он своего вара фоллова продаст, а будет интереса играть. Ага. Там Пеппер сказал, что сидит. Антареса, это же Брукси, по-моему, перс, да? Антареса, Франческо. Да. Нет. Еще момент интересен. Символ на матриксы и символ на VR. Спасибо. Дайте сейчас фулбаф. Кулак Касквара. На, дорога новая у нас. Рога, изгоняй пока в Долоран, возьми в банки символ веры и символ на пулору. Так ты по магам дайте. Питер. Иногда он снова порвалась первую копию, поклонская вторую. Рога, ты в РК?
слетай в Далран, возьми в гильдбанке символ веера клинков и символ напула. Маленькие хитрости. Начинай иногда он. Первую копию кто ловит? Ну, ты первую копию. Приехал. Сто грамм стака раскол, пожалуйста. Да на болтаре это не так важно. Стаки да, просто он был стака. Это, короче, у меня что-то подлагивает, я ребутну роутер, пока вы бьете болтары. Только в центре не ребутайся. Да, в центре не стой. И поставьте шкаф возле Заридри, а напишу монти рогу. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не готовилось к такому штурму. Черные драконы. Алика, чего не может взять символы с ГБ? Мы даже не успели понять, что происходит. Теперь может. Были неравные. Что там бомжи только не могут брать? Дайте шкаф. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Начинайте, Сталки. Но боюсь, тут... Алекстраза выбрала достаточно. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Героя. Мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Слуги! Обратите их в пепел! Ну лутаните это, говно. С этого босса не сдирается. Не, я понял. Фибрилляция, ты что хочешь хилить, тьму или свет? Святилище пало. Выбирай на проще. Хазарак, ты что хочешь хилить, свет или тьму? Конечно, свет. Ну все, значит фибрилляция тьму. Апис, Варенька, тьму, Пеппер, Хазарак, свет. Четвертая пати, кроме демона, остается добивать больших. На, первая пати тьма, Фотон, ты во тьме. По танкам, кто там, нокдаун будет свет танчить? Да. Нокдаун свет, паралайз тьму, Поклонская мелкий трэш. Ламури объяснили, да, что она пуливает трэш на Поклонскую.
Ну, вроде да. По инерам воид всегда заливаешь хазараку, не реварен клёна на второй фазе фибрилляции и на третьей фазе хазараку. Клёна диспелишь третью фазу свет. Паладины распределили обязанности? Да. Рога что не хватает? Кулак пороги бафните. Аура коня стоит. Баханта тоже кулак. Типа катан тоже. Крит на хп. Спал с Маркью, напишите, какие у вас ауры стоят. Зигспал, а у тебя какая аура? Все, жовтнули коня. Да не, ну смысл нам с тьмы. И смарт-кью точно не огонь ставит. Должны быть во тьме каст аура и на броню аура. Какие у вас сейчас стоят? Зигспал. На броню занято этим протопалом, поэтому я поставил огонь. А протопал будет во тьме? Так пусть поменяет что. Ты дурак? Отбеги и поменяй ауру, где он не будет доставать. Просто во тьме поменяет все, что. А. Ты думаешь, он поменяет потом? Я что-то не слышу. Я... Аура защищает тьмы, у кого, блядь, стоит? Просто объясните мне, зачем она стоит, аура защиты от тьмы. Попер стоял. А нет. Блять, все паладины, пишите, какие у вас сейчас активные ауры. Будем стоять ждать, пока вы, блять, не разберетесь со своими аурами. Я во тьму поставлю броню. Давай уже. Это у смарт-кила стоит аура защиты темной магии. Нет, я только что поставил огонь. Тогда это у попера стоит аура защиты темной магии. Ладно, не хотите убивать, как хотите. Варенька. Да, готов там скажешь, когда пулять. Начинай. Подожди, крик на хп дайте. Дадим ему босса потом. Лапку можем. Просто так и стол заебал. Ну, просто на следующей фазе, короче, кину. Крауд. Какая потя остается? Четвертая. Ты остаешься. Угу. Заходи сразу. Уходите, если посмеете.
становитесь звезду. Заходите в этим. Падаем. Че, полихаст? Это значит, я убила быстро. Ты фиаско. Тауру на броню не было. Заебись после. Да. Была броня, и каст, аура была. Что там по деталям? У меня нет деталей. Там просто волны нету. Ну-ну. Охуеть. Варенька. Да, готов. Листов нет. За линию заходим. Начинали. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Бежим. Зиг спал. Зырак. Небеса в огне. Выходи сразу. Вы найдете лишь страдания. Ходите, если посмотрите. Рейд заходим. Смарт кил. Он это сделал. Он выносит метки правильно. Это неправильно. Он обогнул с той стороны. Да пойдет. Поклонская. Заходите. Можно? Да, заходите. Там Идр своим хилом заливайте. Ну я прослушал, я ком. Фибрилляции на второй фазе и на третьей хазараку. Рога, рога, по направлению лезвий, правильно, так и беги.
Маг МК обновляй. На сову. 54%. Crazy Warlock метка. Пока берем босса, после метки будем выходить. Гильдаль недалеко от портала и выходи, сразу все выходим. Клёна, звездопад КД? Нет. Там стреляется танком в основном. Да, в святой рост. А надо звездопадить? Ну будешь второй, четвертый, шестой трэш, а первый, третий, пятый. Перебежали. Рога драмит. Метка во тьме рост. Во тьме рост. Поклонская. Перебегаем. Свет не бьем, свет стоп. Ждем трэш. Гильдаль метка. Куда понес? Там уже была не мог. Тебе повезло, что я не диспейл, честно. Я прям уже на кнопку нажал, но не отпустил. Хорошо. Клёв на метку. Через взрывистые метки. Присты в свету, бейте взрывом разума. На танке поворачивай, рейс, смещаемся. Моровинт, метка. Танка падаем. Пеппер забыл частицу обновить. Натурал Пеппер. Фотон. Фотон. Все готовы, заходим за линию, Олег начинает.
Зреть начало эры разрушения. Джейнду. Небеса в огне. Бежим. Моровинт метка. Иногда он мелькит. Перебегаем. Поклонский тут? Не, ну пойдем уже. Слава, давай в медведя. Козырок, метка, не падаем. Сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? Тебя убило каплей, либо массакрой, только не понял, чем это. Сакра его убила. Только непонятно, как так быстро. Выходите, не заходите. Диском? Он покинь тело, все разбавился. Но странно, никто кроме тебя же не умер. А Сакра только поглощает урон от пати. Я слишком много урона получил. Вот там моментально, там просто, ну, за раз 4 урона. 1018 одновременно. Тон варенька. Виталик, что не хватает?
Так, я тут. Дайте мне MP5, пожалуйста, по пристам. И интеллект. Пить на хп? Напиши первого не в рука. Все, Виталий, с нами заходите за линию, да, Виталий. Заходи, начинаем. Дайте маму, это, пожалуйста. Стой. Дайте маму. Зачем тебе? Потому что я поломан. Ну потому что. Ну, красного же у тебя нету ничего. Гильдаль метка. Желтенькая. А желтенькая не страшно. Бежим. Ух, все каждого лайфа надо чинить. Лези ворот, метка. Беги, малышка, будет. Небеса в огне. Бежим. 100 грамм близко очень стоишь. Слава, давай медведя, Слава. Зачем? Ты... Слава, давай медведя... Не, падай. Зачем ты эту сакру прожимаешь сейчас? Сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? Это что, сделали эпохальный режим и сломали сакру, как я и говорил, да? Походу, да. Да, она вообще не должна убивать ни в каком случае, короче. Ну это баг, ну, какой-то, да. Понятно. Она, видно, дублирует урон, то есть по несколько раз получает, вот и уходит. Вообще не жми ее, видно, что-то сломали. А на первом трае жал сакру? Ну, на прошлом. До 60 тысяч за... моментом, короче, его 60 тысяч. Три тика по 20. Да, она, видно, дублирует свой урон. Виталик, починись, не забудь. Ну зачем вы бафаете, не все же? Фотон, Пеппер. У меня самые выгодные цены. Виталик, тут добивку шутки надо. Что? Шутку добить надо. Какую? Да вон Войд написал, я потный как тварь, что делать? Я доедаю. Когда я ем, я глух и нем, блин. Че, где жмук-то? Ламруа.
Тут. Начинай, Олег. А дайте по Пепперу приставаю. Крэйзи Варлок. Бежим. Чё ты портал не прожал? Кого не прожал? Крэйзи Варлок. Падаем. Фиаско. Ага. Чё-то фиаско. Копейки! Да чего они упали? От лужи. Очень хитрая, блядь. От лутера. Да, показалось, что на нем мгновенно упали за секунду. Или... Нет. Не-не. Это лутер уже был. Ну, быстро, да, но не мгновенно. Че, будем КП давать? Конечно. Давай сейчас этого трогай бомбу. Кто помнит там, кто умер? Сейчас скажу. Поклонский два раза. Те, кто до нокдауна стер. Выходим. Блять. Лапис на грамзе спал, клёна не реварил. Мы сказали падать, я зашел в огонь, не упал, чё. А, да, там... На грамзе спал, клёна не реварил. Апис через 6 секунд сдох. Ну, мы там уже падали. Заходите, чё стоите там все? Чё, пару... Тут ещё пару трай и сам тупить начнёшь. Кто ещё? 100 грамм. Клёна не реварен. Кто ещё был четвёртый? 100 грамм зикспал, клёна не реварен. Ставьте слона. Ну, упал дох из-за бага, а мы из-за тупости. Первый синет. Варенька, Пеппер, Крауд. Ты оттуда. Ветера в росте нет, креста нет. Выпьете фласки и убьем сразу. Полирайте без фласок. Начинай, Олег. Крэйзи Варлок.
Бежим. Smart Q. Эти милики. Прибежали. Так он скичу сакру. Второй, вторая перебежка. Что там метка? Заходи, Олег. На рейд заходим. Если посмеете. Стерегайтесь тени. Зря мы тотем поставили шамана. Чему бы? Фибрилляция метка. Когда мы заходите? Апис метка, ближе к морде. Нет, ну что ты? Боже. Как выйдем, Войд, поднимешь его? Скажете, куда зайти потом. Беги, малышка, беги! Фибрилляция, хилю побольше танка и орит, это буду держать. Да, блин, проценты забыл сказать, бьем пока. Джейндоу метка и выходим. Вот он под мордой там лежит. В свиту рост. Беги под хвост сейчас, Апис. Бля. Не, подожди, как будет падать пятер, просто беги под хвост и заходи во тьму. Все, беги под хвостом, заходи во тьму. Все, закончилось там. Уже поздно. Во тьме, рост, кровот, метка. На минус один во тьме. Ну я в курсе, и что теперь? Пойди спейли. Я могу достать. Я понял. Я могу достать этого. Через его. Поднимай. Роган нет. А я там не в огонь. Смарт-кью, выходи нет. Назад. Смарт-кью. Захил. Можно заходить, кош, нет? Прожми. Да, выходи. Свет не бьем. Пеппер метка. Не диспелим, меня не трогайте. Тут сегрегация сесть, тотем можешь поставить. Нет, этого нет тотема. Три кнопки. Перебежали. Паладин и тьма, дайте руки на Аписа. Да. Так, фотон у тебя может спеть дым. Паканская метка, хилы отходите далеко. Дай им на ману.
Хант, Ламруа. Ламруа, метка, Ламруа, метка, Хант, Ламруа. Диспель ее, пусть умирает. Спортив, спортив, спортив. Блядь, диспель у меня нету на панели, сука. Не диспель уже, ёбаный в рот. Блядь! Сука, ёбаный трэш в ЦЛК, блядь. Переставил диспель. Все, вы упали? Да. Не, ладно. Извините, но я вообще не хочу играть. Че? Ну, давай я твою релю тогда. Не знаю, просто, блядь, тошнит уже этот игры. Ну это, ну так себе, короче, затуп. Ну, не настолько серьезно. Пометка блядь, была. Не, просто вообще уже, блядь, тошнит реально. Я бы мог, конечно, пошутить, типа, вы из-за этого и войну проебали, но не буду. Пошли играть. Чё, поверили? Давай, поверили. Ну, давай, ассистент. Там стреляться, не ставь тотем, они когда выйдут, маны будет мало, поставишь тотем один спейл. Там больше будет профита. Время, деньги, друг. Пока. Да. Ну, там если как вариант, можно Славу, Даню в хила, а Ватьму я в парелю, если ты там болеешь сильно. Можно так. Стой, полипал без маны. А на полтика. Да, да не надо на пол. Лишь страдания. Уходи.
Умрите, если посмеете. Заходи. Мейнер с Инхелом, плевайте. Я так не надо. Хазарак, оставайся во тьме. Хазарак, во тьме оставайся. Окей. Фиберлят, ставишь, когда лужа пропадет. Пятьдесят один, 52. Сам встал. У него вставалка должна быть. Ставь тотем во тьме по Югин. Сколько еще таких героев? Я, если что, Буэль просто. Сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? Фибрилляция. Сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? Я дарил еще, когда не было столько трупов. Сколько еще таких героев? Его ускорили слишком сильно, он влез и вбежал. Ну там непонятно, там дали фризом или мощь, только его разогнал, или он прожал папки. И он шарик догнал, получается. Ну там Престовский щиток его ускорил, плюс дали это, по 11 фигу. То есть понял, да? Лучше не давать драни и щиток. И этот, Капар, не выноси так под дыхание, тебя может дыхание сбрить. Блин, я бы поэрейл, но я за ВДК буду падать просто. Не прожиматься. Погоди, не, не слазь маунта. Ламбла. Нет, там уже раз... Там лужа разлилась, и я не успел отбежать. О, понял. Блять.
скользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Бежим, бежим. Побегайте. Бежим. Crazy Warlock. Crazy Warlock. На танке. Сгони нокдауну. Ча. К звезде подходить. Уходите, если посмотрите. Хазараку сейчас в свет выходить, как раньше. Да, да. Когда? Заходите. Я есть свет, и я есть тьма. Трепещите, ничтожные, перед посланником смертокрыла. Поклонский, выходи, что ты во тьме? Небеса в огне. Задний портал, выходи быстрее. Пятер. Смарт-кью, смарт-кью. Небеса в огне. Сколько еще таких героев? Кого, блин? Рогу поднимай. Фигуляция, давай ТТМ. Афис, выноси, там себя диспелли. Небеса в огне.
смотреть. Апис, выходи, Свет. Я вышел. Не, все нормально. Да, нормально. Только у нас Ханта нужно здесь проверить. Далеко был. Беда. Это я не знаю. Я стояла сзади. Да, да. Теперь я уже отошла, блин. Научилась. Надоели. Долбали, ну почему падаете постоянно? Ну что это? Засыпаешь уже.